Сразу скажу, вступление в этом видео будет долгим, поэтому кто не хочет все это слушать, можете послушать первые секунд 20, я все детали расскажу и потом перемотать на вот этот тайм-код. В общем, в этом видео мы посмотрим на первую локацию в игре Crime Scene Cleaner, но мы пройдем ее на идеально, по крайней мере постараемся. В этой игре очень классно проработаны все локации, помимо того, что там история есть, там есть еще и куча всяких мелких секретов, поэтому мне вот интересно было бы пройти ее и посмотреть все вот эти секреты открыть, пасхалки. Но поскольку и лор у этой игры тоже достаточно интересный, ну, как лор громкое слово такое, скорее просто история у каждой локации отдельно, она очень классная, реально и интересная, и она вписывается как бы в весь сюжет, в принципе, игры. Я решил, что если попробовать сделать типа прохождение, но при этом я буду стараться проходить все на 100%. Не знаю, я насчет ачивок, по крайней мере, в Стиме не думал пока что, да, потому что, знаете, многие люди сейчас там снимают тоже подобное видео, типа прошел ту или иную игру на 100% достижений. Напишите в комментариях, если хотите, я и ачивки, но я бы хотел вообще это сделать типа такой рубрикой. То есть это будет как обычное прохождение, типа по сериям, да, чтобы прям все-все-все детально видеть, но при этом я буду стараться проходить игры на 100%. Конечно, это не везде вписывается, не во все игры, не во все прохождения, но как-нибудь постараемся. Вот Crime Scene Cleaner, мне кажется, хороший такой пример, вот тут прям это все классно получится. И, естественно, поскольку это будет обычное прохождение, поэтому я вначале и сказал, что вступление будет долгим, потому что мы должны будем посмотреть кат-сцену. Я хочу, чтобы все по хронологии аккуратно, красиво шло, поэтому мы начнем с самого начала и посмотрим, естественно, начальную вот эту вот кат-сцену. Для тех, кто не знает, наш герой работает уборщиком обычным, да? Как бы низкая зарплата, там все дела, куча проблем в жизни, и ему поступает один интересный звонок. Впрочем, можно всю жизнь усердно работать, но иногда этого недостаточно. Когда человек изо всех сил пытается свести концы с концами, легко впасть в отчаяние. Оказывается, один короткий звонок может изменить все. Но вопрос в том, стоит ли это делать? Ну, should you really take it? Господин Ковальский? Я облажался. Короче, стоит ли нам поднять трубку и ответить на этот звонок? Так, все, сомнительный район. В общем, ну сейчас, по сути, расскажется. Я здесь. Нет, извини, нужно было свалить. Я должен быть осторожным. Ты серьезно? У нас была договоренность. Просто иди в квартиру 23, я спрятал ключи возле двери. Ты не пропустишь его. Деньги внутри. Пока. Сын, точка, точка, точка. Так ты воспитал своего сына, Пол? В общем, как мы сейчас понимаем, нам позвонил сын некого нашего друга Пола. Я сразу скажу, весь лор прям точно, вот конкретно я не знаю, поэтому я буду это все узнавать, поэтому, собственно, и прохождение, это как бы типа прохождение. Так, местоположение разблокировано, квартира. В общем, по сути, на этой локации мы можем все секреты, в принципе, найти сразу прям вот сходу, поэтому давайте, впрочем, я так, наверное, и сделаю. Первое, это, ну, не совсем секрет, это просто мы можем пройти сюда. Это, в принципе, мне кажется, много кто может и так по приколу сделать. Мы можем найти тут вот такую вот квартиру. У нас написано будет, местоположение разблокировано, скрытая квартира. Как здесь вообще могли жить? Ну, это типа заброшенная такая квартира. И здесь, я не помню, что-то мы можем найти или нет. Так, это нам не надо. Да, мы можем тут найти ключ и вот такую вот штуку. То есть, соответственно, заработать 50 лишних бачей. Возможно, где-то что-то тут еще есть. Опять же, иногда чьи-то счастливые ключи. Я по первой локации более-менее все знаю. То есть в остальных локациях я буду как бы разбираться так по ходу дела. Подожди, вот это продать нельзя. Разбираться по ходу дела, и иногда, если прям, ну, чтобы на 100%, всегда вот 100% проходить, я буду, возможно, подсматривать в интернете. Мы, кстати, по сути, можем пробраться в нашу квартиру, в которую нам нужно. Без ключей, лол, я даже... Местоположение разблокировано. Без ключа мне сюда не пройти. Да-да, без ключа не пройти. Ладно, давайте тогда... Тогда давайте вернемся. Вы видели, что вот здесь
Я подобрал такой ключ. Так, мне кажется, можно игру потише сделать. Вы видели, что здесь я подобрал такой ключ с этим клевером, с значками клевера. Их там несколько штук. Он нам пригодится. Мы таких ключей в этой локации должны найти два. Так, уведомление о гентрификации. Я не знаю, что это за слово. Типа, наверное, ну тут эвикшн, типа выселение, гентрификация, что это такое, нифига. Я интереса ради загуглил. Это когда, короче, берут, допустим, какой-то квартал бедный и искусственным путем стараются сделать его более благополучным. Допустим, завозят туда жильцов, сдавая квартиры как бы людям более состоятельным. Ну и, в принципе, приводя все в порядок. Вот. Не знаю, работает ли это наоборот. Может быть, где-то специально делают наоборот хуже. Но вот это гентрификация, если я правильно понял. Возможно, есть грамотные люди, умные, образованные в комментариях, которые тут как бы по факту раскидают все. Вам необходимо покинуть здание в течение 90 дней. Этот жилой комплекс был продан группе развития Root LS. И вскоре будет преобразован в эксклюзивный жилой комплекс. Другими словами, вы слишком бедны, чтобы жить здесь. А, ну да, в принципе. Тут, кстати говоря, не все почему-то написано. Тут написано еще, что те, кто будут сопротивляться, кто не будет уезжать, будут силой... их силой, типа, выкинут из квартир, выселят. И они встретятся с криминальным liability, не знаю, что это такое. Ну, короче, что-то там. Окей, ладно. Следующий секрет у нас находится, в принципе, тоже не доходя до квартиры. То есть, по сути, мы можем два... Да мы, в принципе, можем все найти, не заходя в квартиру. Но все-таки для следующего я лучше зайду уже в квартиру. Мы вот сюда, как вы видите, вот прямо на после лестницы вот этой прыгаем в окошко. Идем. Так это, да? Тут будет, если что, для ориентира, будет вот такая вот штука. Серебряная кнопка Ютуба. Andrew Strong, Secrets Nearby. Ну, просто похоже чем-то немного там текстурами. И, собственно, здесь у нас слева будет находиться второй секрет. Это, по сути, первый секрет. Тут мы можем вот два сатена заработать и, в принципе, все. Больше ничего. Ну-ка, коробки нельзя. Коробки нельзя разбивать. Окей, не знаю, бутылку. Ладно, пофиг на эту бутылку. Все. Надеюсь, мне потом это не нужно будет убирать. Больше, в принципе, ничего. Я не знаю. Можно попробовать, конечно, забраться куда-нибудь сюда. Или допрыгнуть вот до этой штуки. Не, нельзя. Окей, ладно. Погнали. Квартиру, собственно. Тут точно такой же eviction notice у нас висит. Так, ключи находятся, если вдруг кто не знал, но я думаю, все уже про это знают. Это все-таки первая локация. Вот тут, тем более, что нам там писали, говорили, где ключи находятся. Ключ от квартиры номер 23. Ну и, собственно, здесь тоже. Для безмозглого идиота, живущего здесь, я сыт по горло тобой. Сыт по горло этой хиппи-музыкой каждую ночь. Сыт по горло всеми твоими сомнительными друзьями, стучащимися в твою дверь и громко обсуждающими в коридоре. Вы превратили мою жизнь в сущий ад. Короче, недовольный сосед. Ну, нам на него по барабану. Так, и здесь больше ничего нет. Опять же, я буду все прям исследовать, стараться. Еще здесь можно некоторые полки открывать, отодвигать, смотреть, что-то там высматривать в них. Ну, собственно, вот мы наконец-то и в квартире. А это что? Ключ от квартиры 23. А, это типа, подожди, это игра два ключа заспавнила, потому что я не помню. Он тут всегда лежит, валяется или нет? Наверное, он всегда тут. Ну и, собственно, вот это все нам нужно будет убирать. Опять же, для тех, кто не знаком с игрой, да, в общем, тут смысл в том, что ты убираешь вот эти вот места преступлений и работаешь как бы на опасных дядек всяких. Так, плюс $50, кстати, неплохо. Интересно, сколько вот вообще по максимуму можно заработать, если прям все-все-все исследовать. Так, ладно, давайте по-быстрому сейчас найдем последний секрет. Для этого нам нужно выбраться вот в это окно, которое я уже разбил, в принципе, когда был снаружи. Если мы спустимся, здесь у нас есть лестница, которую... А, подожди, мы не должны спускаться, мы вот отсюда сверху. Ну, я уже сделал. Если клацнуть на лестницу, то, собственно, она опустится. Снизу у нас просто проход в ту квартиру, в которой вот мы недавно буквально были. Тут мы, кстати... А это куда ведет? Это вообще на эту можно забраться? Ну-ка, подожди-ка. Не, эти доски нельзя, наверное, выбить. Да. Если мы... Блин, нет, тут, наверное, доски нельзя выбить. Я не знаю. И там вроде бы ничего нет. Мне кажется, это не задумано как секрет тоже. И вряд ли мы там что-то найдем. Хотя, кто его знает, может быть. Бля, не, все-таки хочу проверить. Подожди. Мы, по сути, смотри, мы можем залезть вот на эту штуку. Бля, правда, нас немножко скидывает. По сути, можно вот так вот попробовать. Блять, ну-ка, подожди, попытка номер два. Выглядит как будто, подожди, стой, что-то тут ведь явно есть. Вот эти доски 100% можно сломать. Стой. А это ли случаем не та же квартира, которая вот здесь? А, это та же квартира, подожди. Ну, на первые два окна, допустим, тогда насрать. Ну-ка. Блять, ладно, пофиг. Хотя какое пофиг? Не-не-не, я дойду до конца. О! Так, ну-ка. А, все. Дальше вообще никак не проходит. Даже если я вот даже туда пытаюсь идти. И типа, если я прыгну.
Да, тут, короче, невидимая стена уже. Ну, впрочем, ладно. Короче, в комнате напротив вот этой вот туалета у нас окно. Если мы выбьем доски, то, опять же, мы попадем на вот эту штуку. Мы можем опустить лестницу, но перед тем, как опустить лестницу, ну, вернее, можете опустить, и потом, перед тем, как спуститься, мы можем пройти вот сюда еще. Мы, в принципе, сюда тоже можем проникнуть, опять-таки, из вот этих помещений. А нет, не можем. Нам нужно будет снаружи разбить в любом случае вот эти доски. Извините, перепутал, да. И, впрочем, это та же квартира, в которой мы убираемся, просто, да, она вот такая вот длинная, большая. Просто, ну, грубо говоря, срез такой мы сделали. Вот, тут у нас есть записка. Pennywise, 2 коробки Key Ice, обычное количество, Роб 40 рублей, Мэнди Лин 5 бутылок, Эллиот Джей молча, Ливо Боб, ну, короче, тут какой-то список Айлер. Ничего, этот ублюдок все еще должен мне 5к. Понятно, это, короче, то, кому чего должен. Тут какая-то тусовка, типа вечеринка была. Тайлер был всегда должен ему большую сумму денег. Вот в чем проблема. Проблема была, типа, окей. Ладно. А, так это вот этот чел, походу, который... Ну, в общем, смотрите, мы можем спуститься по лестнице вот этой и, соответственно, оказаться на заднем дворе. Вот эту штуку можно открыть, и мы, в принципе, попадем на ту же локацию, где мы были изначально. Но сразу около лестницы вот тут находится ключ. Точно такой же, какой мы и, впрочем, видели. И этот ключ нам пригодится для того, чтобы пройти вот сюда. Бац, открываем раз, и тут, собственно, у нас странное предчувствие об этом месте. Да-да-да-да-да. У нас тут, ну, геймерская комната, скажем так, да? Вот. Просто, ну, чей-то подвал, вот, оборудованный для жизни, для развлечений, чтобы отвлечься от всего. Секрет обнаружен. Собственно, это второй секрет. Он использовал это в качестве удобрения. Да, вот, здесь больше, насколько я не знаю, ничего нет. Тут мы заработали, конечно, нормально так денег, благодаря вот этим вот предметам. В этом прикол этих секретов, что в них валяются всякие предметы, как раз таки, которые можно продать. Ну, как бы, как можно продать? Они автоматически продаются, да. А, вот еще, вот тут еще валяется. Окей, вроде бы на этом все. Ой, они добавили штуку справа сверху, там, типа, глазик перезаряжается. Это вот чутье наше. Далее. Странно хорошо ухоженное место. Наверное, приоритеты. У нас есть вот такая вот штука. Здесь, в принципе, вы особо, ну, как сказать, тут не то, чтобы прямо секрет-секрет, тут просто вам, ну, грубо говоря, вы достижение получите, если один раз забросите вот этот мяч. Не знаю, мне кажется, в принципе, много кто, наверное, блять, у меня вообще, а ё-моё, он сильно отскакивает. О, все, наконец-то. Так, почему вы теряете время? Да. Впрочем, все, время потеряли. И теперь тут, помимо всего, есть вот такая вот штука. Этот, магнитофон, диктофон. Садовник, что, черт возьми, не так с людьми? Почему меня обвиняют в неподобающем поведении по отношению к моим растениям? Я люблю свои растения больше всего. Я никогда бы им не навредил. Никто не говорит о парне из 23-й. Опа, что не так? Я видел, как он продавал мертвые листья незнакомцам. Он даже странно пахнет. Но нет, сходишь на свидание в кино с росянкой один раз, и вдруг ты странный. В этот раз у меня нет слов. Действительно. В принципе, больше здесь, кроме вот этой вот дигни, ничего нет особо. Вот это вот мы поднимать не можем. Возможно, что-то еще. Но вот насколько я знаю. Да, кстати, мусорки же можно открывать. Взаимодействие. Ну, вот это вот нельзя, окей. Больше здесь, наверное, мне кажется, ничего особо не сделаешь. Теперь мы поднимаемся вот сюда. И вроде бы. Подожди, мы куда-то еще можем проникнуть здесь. Так, одну секундочку. Вот так сюда. И вот эта штука, она, если что, катается, ездит. Да. И вот тут вот еще один секретик. И вроде как на этом все. Вот так вот мы. Вот это все выбиваем, заходим. Это как будто я пробираюсь в чью-то мечту. Тут очень много, на самом деле, полезных предметов. Смотри, вот это, допустим, 700 плюс 300. Тут кассета валяется. Кассету тут можно, если что, включать там музыку и все такое. Вот, какой-то магнитофон стоит. Ну и, впрочем, так, телек, подожди. Какой телек? This is not the way. Артист, короче, тут пасхалка, видимо, какая-то, но я слишком тупой, чтобы это понять. Розы красные, как моя кровь. Теперь я чист и трезв. Но мой отец все еще мудак. Я не могу рассчитывать на него или на кого-либо еще. Никто не понимает меня, как мои мертвые. Ой. Тут смешно, что тут вычеркнуты некоторые слова. Допустим, или на кого-нибудь еще. Тут было или на моих друзей. Не могу, типа, рассчитывать ни на кого. И на моих друзей тоже не могу. Никто не понимает меня, но тут что-то вычеркнуло. No one. Блять, а что тут? Мне кажется, как будто слово under, но типа причем. Андерс. Или или ну вот это буква U, ну типа подкова. N, D, это по-любому.
И вот тут вот. Ну, в общем, тоже что-то смешное. Как сказал один поэт, человек — самый душевный хищник на земле. Все, впрочем, после этого мы можем, по сути, приступать к уборке квартиры. Интересно, за сколько... Блин, я вообще много тут бубнел, конечно, много всякой чепухой занимался, но, по сути, можно, в принципе, это все очень быстро пройти. Так, давайте, короче, начинать. Ведро, бац, швабра, но сначала перед шваброй моющее средство нам нужно. Оно у нас есть, да, оно у нас есть сразу с самого начала. Вот так вот, бац. Швабру окунули и погнали, пошел процесс. А можем, кстати, да, кстати говоря, и вот тут вот сразу заранее тоже вот это все убрать, потому что в ванной у нас тоже беда, беда, беда. Будем потом прокачивать, будет потом намного лучше вот это все, и губки, и не губки, и дурюбки, и вот это все на свете. Так, нам, наверное, лучше всего сразу вот здесь убраться тоже, потому что... В этой комнате, так, по сути, вроде как в этой комнате больше у нас ничего нет. Потому что сюда мы особо ходить не будем. И, как бы, соответственно, ее не загрязним. Есть ли смысл здесь убираться? Нет, ну вообще, как бы, есть. Но я бы, наверное, начал все-таки с конца, мне кажется. Потому что все же я хожу туда-сюда. И как-то не очень смешно было. Что отпечаток ноги? Типа, кто-то дверь выбивал? Но, блядь, подожди, пятилетний пацан дверь выбивал? Потому что, ну, ногой же... Ну, типа, я не знаю, можно, конечно, вот так вот ударить, но оно как будто на уровне ног как раз-таки вот, до колена, прям ниже колена. То есть как так вот надо, типа, просто вот так, бац, так там не такой отпечаток будет. То есть как будто именно били, знаешь, ну, типа, блядь, прям вот так вот били, а не просто, типа, хуякс, и все, и готово. То есть, похоже, все-таки в этом преступлении замешаны... Не знаю, интересные люди. Так, ладно. Дрынь, давай убираем. Ну, я думаю, что все же да. Наверное, я вот эту комнату уберу. И потом мы отправимся именно к тому, что находится там вдали. Что находится в самом конце квартиры. Потому что, мне кажется, так просто будет лучше. Типа, смотри, потому что мы будем... Например, мы уберем вот эту вот комнату, да? И потом мы будем там что-то ходить, бродить. Можно, конечно, не топать просто. Или по порядку. Бля, может реально пофиг? Может по порядку? Ух ты, ёб твою мать. Я этого даже и не заметил сначала. Вот это смех. Так, глазик перезаряжается. Окей, сейчас посмотрим еще раз. Все, вроде бы больше ничего. Да, больше тут ничего. Не, все-таки мне кажется лучше, наверное, да. Мне кажется лучше, наверное, все-таки по порядку это все делать. А то мы же в любом случае... Просто если мы не будем убирать вот тут, либо путь очистить. Просто не наступать в кровь, короче, да. Просто не наступать вот в это вот все. Говно, мясо и... Будет нормально. Нихера как запульнул. Капец. Так. Бля, как выгоднее, по сути, смотри. Вот, допустим, мне выгоднее взять ведро с собой и поставить. Или выгоднее туда? Мне кажется, взять ведро с собой, наверное, выгоднее, может быть. Потому что... Как бы переливаю воду в ведре, меняю я не часто. То есть смотри, вот сколько раз я уже окунул туда швабру, почистил. И до сих пор пока что я в ведре воду не поменял. Соответственно, там моющее средство всякие не добавил. То есть раз 5 нужно, наверное, всполоснуть. И потом только нужно уже полностью воду в ведре менять. И значит, раз в 5 только всполаскивание я буду бегать в ванную, чтобы набрать новую воду в ведро. Воду, похуй. Вот. Либо мне каждый раз бегать в ванну. Поэтому мне кажется, что вот так вот, наверное, выгоднее все-таки. Окей. Так, вот это чистим. Гитара у нас чистая, да? Гитара вроде как у нас чистая. Поэтому подожди. Поэтому ты тоже подожди. Так, это подожди. Значит, столик. Столик у нас где стоял? Вот тут стоял. Ага. Это у нас где стояло? Вот тут стояло. Ага. Так. Скраб. Да-да-да, нужно скраб для начала сделать. Вот так почистили, бац, быстро. Сейчас вообще моментально все уберем. Блин, вообще хотелось бы увидеть какое-то продолжение вот всему вот этому. Потому что, насколько я знаю, ну, игра, не, как бы, вполне себе нормальная по длине. Но, блин, как и все, в принципе, в этом мире она заканчивается. Хотелось бы увидеть, что будет там дальше. Ну, можно не просто историю, а какие-нибудь еще штуки, типа, я не знаю, какие-нибудь миссии смешные, может, прикинь, на время там, знаешь, надо убраться, типа, тебе дает какой-то, так, мне кажется, надо уже поменять воду, тебе дают, допустим,
время определенное, вот квартиру какую-то типа такой, типа вот этой, да, и там есть тоже разные сложности, какая-то квартира больше, какая-то меньше, и, к примеру, через такое-то время приедет полиция, ну или не полиция, или просто, ну, у тебя есть время, или знаешь что, или в каком-нибудь месте, где много людей ходит, тебе нужно убраться, да, и как-то не палиться, там, допустим, звуков не издавать, я не знаю, или что-то еще, или постоянно подходить, там, отвечать, не знаю, на телефон, на дверной звонок и прогонять людей, чтобы никто не пришел. Или как-то другое еще что-то придумать, короче. Вообще, казалось бы, такая простецкая задумка, да? Просто симулятор того, как ты убираешь вот крайм-сцены, да? Крайм-сцены. Но, не знаю, это очень интересно. И, мне кажется, может реально очень интересно быть и до интересного развить. Подожди, почему следы на полу? Следы на полу из-за того, что я что, блядь? Я ногой в стену сейчас ударил или чё? Просто мне кажется, как будто бы следов на полу не должно... А, бля, она такая человая, так расслабляет, капец. Я даже не знаю, что лучше. Я просто в нее играл еще в августе, как бы, да, когда она только вышла. Мне ее советовали, говорили, пройди там, Даня, на канал. Будет вообще классно, типа, все дела. Но я подумал... Не знаю, я почему-то подумал, что в нее играть прикольнее и смешнее, и как-то я решил, что может никому не интересно будет, вот. Потом у Куплинова сейчас вот начала она выходить, и я прям так, я что-то смотрю, бля, мне так нравится прям за этим всем наблюдать, я думаю, блядь, я тоже хочу, вот. Поэтому даже не знаю, что интереснее, типа, наблюдать или самому играть. Напишите в комментах. Вот, звучит как байт на комменты какой-то глупый, но на самом деле мне реально интересно. Просто напишите, вот есть ли тут люди, которые, знаешь, допустим, смотрели, потом зашли и играли. Потому что мне вот изначально, вот реально, мне прям очень-очень так казалось, что намного интереснее именно это будет смотреть, по-моему, смотреть, да. Так, иди сюда, это сюда. Когда я только начал, да, поэтому я решил, нет, наоборот, играть. Бля, я запутался, ладно, я запутался немного в своих мыслях. Я просто пытаюсь понять, где последняя подушка. Вот она. Все, последняя подушка найдена. Ну и, впрочем, мы, по сути, вот эту штуку всю убрали. Кальян чистить не надо, это у него такой прикол. И тут у нас есть улика. Роб, мне нужно с тобой поговорить. Мы не можем сделать это по телефону? Нет, не можем. Перестань прятаться и тащи свою задницу сюда. Полегче, брат, я уже в пути. Я жду. Теперь один из них мертв, а другой в большой беде. Я только вот не понял. Так, это звук сейчас был просто того, что я поднял телефон. А я только вот не понял. Ой, блядь, еще тут есть, ё-моё. Так. И гитарка вот сюда вот идет, бац, все, готово. Вроде бы все на этом, да? Вроде бы больше здесь ничего, никаких приколов нет. Так, ставим сюда. И пошел процесс. Пошел процесс. Блять, надо чистить сразу. Вот эти вот робы, хуёбы, вот это все просто так преподносится, как будто они уже прям самые опасные. Хотя, по сути, блин. Ну ладно, спойлерить не буду, что там дальше будет. Но я хотел сейчас заспойлерить вообще момент, который вот прям через секунду будет. Ну, в следующей серии, в следующем видосе, на следующей локации. Вот. Это просто пацаны, типа, какие-то, да, кстати, нужна губка. Это просто пацаны какие-то, друзья вот этого Тайлера, я так понимаю, да? И они... Бля, я прям... Я что-то не знаю, я как-то жалею даже, что я не разглядел потенциал. Я сейчас просто представил, что вот можно... Поскольку... Я ж не знал, что тут настолько прям ебанутый лор, реально. Что тут прям каждая локация прям жестко-жестко проработана. Я думал просто, ну, прикол, как, блядь, и с супермаркет-симулятором, да, типа, херню занимаешься, и все, это залипательно, и все, и больше ничего нет. Можно... Вот я просто представляю, как потом мы там какую-то квартирку убираем, и типа размышляем, что кому кто сделал. Я специально даже не буду спойлерить для себя, вот. Я знаю, ну, кое-какие детали до определенной локации. И то не все, то есть, например, на этой локации конкретно, ну, я не до конца понимаю, что произошло. То есть я только сейчас узнал, что Тайлер там кому-то задолжал, и тем не менее веселья не было. Пат. Так, там был Роб, там был не Пат. Я могу опоздать сегодня вечером, извини. Кэти, почему? У тебя свидание или что-то вроде того? Нет, просто собираюсь купить немного... Ух ты, блядь, осуждаю. Хорошо, увидимся завтра. М. Почему М? See you tomorrow. Почему М? Пат. Кстати, а тут вот этого нет. Пат хода. Ну, типа, не хода, вот это вот. Типа улыбается. Смотри, тут этого нету. Или мне надо телефон, типа.
почистить. Кэти, а чей это телефон? А, ну Пата. Пат. Бля, а я могу посмотреть где-нибудь, я не знаю. Тап нельзя. Вот это нельзя. Блять, М. Во, на М. М музыка. Кодекс. Действие. Какой, блять, кодекс? Подожди. Места взаимодействия. Тут нет, типа, какого-то, блядь, места, где собраны мои записки, которые я находил, не? Взаимодействие, приведение комнаты в порядок. Я бы просто перечитал, был ли там пад. Я так понимаю, тут какая-то вечеринка, наверное, была, да? Бля, ой, как я боюсь сейчас, вот, наверное, знаешь, что-то не угадаю, блядь, таким тупым буду выглядеть. Ну, короче, да, как обычно, в принципе. Как всегда. А это вот эта песня играет? Просто нарисовано как будто, да? Ну-ка. Тут еще, блядь, тут еще музыка классная. Бля, надо ее погромче поставить, наверное, мне кажется, да? Вот так вот, типа. А то она прям на фоне. Ну, она должна быть на фоне, но просто не видно вообще. Ой, блядь, не видно. Да-да-да. Так, в первую очередь надо мусорное ведро вот так вот. Бац. Вот это вот сюда вот. Бац. Ага. Это что? Он сам бросил, но продолжал торговать продуктом. Медаль за год трезвости. Бля, вообще знаете, что еще смешно? Короче, я сейчас впервые в своей жизни смотрю один смешной сериал. Breaking Bad. Это просто мне вот эта ситуация напомнила... Короче, перемотайте на... Сейчас вам точно скажу. Минуту вперед. Чтоб то... Прям потому что я, как всегда, скорее всего, блядь, за одно предложение мысли не выражу. А, вот, потому что если вдруг кому-то интересен этот сериал, то будет спойлер небольшой. Ну как, даже не спойлер. Ну, там прикол просто. Мне вот эта ситуация напомнила, короче, Джесси. Потому что он там тоже бросил, типа, но сам... Продолжал, как бы, в этом всем деле крутиться, вертеться. Вот, вообще классный сериал, бля, я не знаю. Я бывал, был вот давно начинал. Первый сезон там чуть-чуть посмотрел. Мне наскучило, я думал, блядь, как-то, ну, скучно. Но на самом деле там просто первый сезон такой. Потом очень интересно. Очень интересно начинается. Вот, еще «Лучше звоните Солу», тоже вроде как, говорят, такая же ситуация. Его тоже начинал смотреть. Немножко забросил. Но он, как по мне, начинается интереснее, чем Breaking Bad. Но, блять, потом, как там все развивается, это капец. Так вот, да, там вот похожая тема была. Только все это привело, как бы, наверное, сначала нужно убрать, да? О, орудие убийства. Эта буква Т очень подозрительна. О. Ну, обычная буква Т, мне кажется. Так, мы можем вот отсюда. Зажмите, поднимите. Зажали, подняли. Опа, вот сюда. А, мне кажется... Блядь, я... Ёб твою мать, я обосрался. Скримеры в Crime Scene Cleaner. Бля, какая-то слишком... Какая-то как будто музыка, блядь, для... Я не знаю чего, для сумасшествия, блядь. Какая-то не в пизду, давай дальше. Чё это? Блин, жалко, их мотать нельзя. Может, можно как-то? Не, нельзя. Просто вот это, она вообще прям, она какая-то слишком депрессивная, я не знаю, мне прям, мне кажется, как будто вот эта вся херня, блядь, со мной в жизни сейчас приключилась. Да ё-моё, дядя, залазь давай. Так, бац, все, готово. Окей, найс, скрипт сработал, все сделалось. Так, заваливаемся обратно. Ну вот это да, вот это вот уже попозитивнее, да, блядь, опять упал. Вот это уже мне нравится, вот это кайф. Так, давай быстро. Блядь, да, дядя. Чё, я застрял. Как-то... Все, странно просто получилось. Так, мусор. Собираем. Где мусор? А, это ведра, это не мюсли, что? Не мусорные ведра. Так, сюда. Ага.
Это, значит, выкидываем. Окей, ну нормально, потом это все уберем, если что. Я ж могу запульнуть прямо нормально вот это мусорное ведро. Все, вроде как сзади у нас там мы ничего не пропустили, да? Вроде как ничего. Поэтому давай, все, погнали. Стоп, а где? Кто дура? Почему он обзывается? Ну, чел, который поет. Ой, блядь, чуть не развернул. Так, аккуратно. Вот так вот сюда. Бля, бутылочку я хочу поставить, а то перевернется, развернется. Все, погнали, пацаны. За работу. Ну, то есть, да, опять же, я так понимаю, тут у нас просто не повезло, не фартануло чуть-чуть. Да? Типа, чел задолжал, видимо. Окей. Открой. Зачем я швабру убирал, я сам не знаю, не задавайте вопросов. Наверное, чел просто задолжал, его этот чувак заебал. Но, блять, это тоже так странно, типа, Тайлер. Сказал бы ему, ну хотя нет, но это, конечно, уже пиздец то, что произошло, поэтому тут можно понять, да? Тем более, что лучшего друга, видимо, какого-то там. Я надеюсь, это все раскроется в дальнейшем. Я надеюсь, прежде всего, что я это все пойму. Почистить. Можно почистить кусок пиццы. Не завидую тому, кто его будет потом употреблять. Так, ладно, больше тут ничего нельзя открыть. Во, вот тут вот, кстати, можно что-то открыть. Карты игральные. Еще карты игральные. Они как будто какие-то большие слишком. Это я тупой? Типа, есть реально вот такие вот карты игральные? Какие-то, ну, оверсайз, типа, для каких-то целей, я не знаю. Может быть, есть какая-то игра там? Блять, дурак, гига-дурак, типа. Вот, и все. И там нужны как раз таки вот такие здоровенные карты, чтобы... Не знаю, может большие люди играют в нее. Может быть. Опа, сатен. Вот это пригодится. Как можно вот так вот сатен проебать? Еще сатен, вот так вот как можно проебать? Подожди, authorized person only. Персонел, наверное, персонал, да? Не знаю такого слова. Я знаю парня, который мог бы мне помочь с этим. Так, стоп. Опа. У этого парня явно были проблемы с головой. Преодоление агрессии. Как быть с... Короче, твоими агрессивными... Потом... Нами, ну, порывами. Во, порывами. Наверное. Наверное, примерно так. Это, конечно, возможно, недословный перевод, но... По сути... Смысл, мне кажется, такой. Вот это выглядит, как будто можно открыть, да? А если я ее кину, блядь? Вот со всей силы вот так. На, нахуй. Нельзя открыть, походу. Окей, ладно. Так, здесь я все смотрел. Освежители. Все, понятно. Вот это говно я бы выкинул, на самом деле. Вот это вот тут нам не надо. Это все чепуха. Так, погнали дальше. Погнали дальше убираться. Окей, здесь у нас, в принципе, с ковровством все более-менее норм. Так, дверь закрой. Дверь закрой, потому что тут было говно всякое. Тут нам можно, в принципе, не губкой. Тут нам можно, в принципе, шваброй. Окей, здесь... Давайте сначала уберемся. Что там, черт возьми, наверху произошло? Тут же капает. Окей, сначала тогда вот это. По крайней мере, он меня не обманул. Да, бабки оставил. Сколько? Подожди, а сколько там? Местоположение? А сколько там? Блядь, не написали сколько. Интересно же. Я дебил, блядь, я дурак. Так, ладно. Быстро максимально вот так вот делаем. Смотри, жесткий спидран. Смотри. Бля, единственное, за что обидно, это моющее средство. Походу у меня, потому что его больше не будет. Мне его мало осталось. Надо ведро просто ставить где-то, блядь. Где-то там, где... Вот так вот. А, там, кстати говоря, это... Там же, кстати, на втором этаже есть вот это говно. То есть я дурак, еще и, блядь, на ковер пролил. Не, ну вообще просто... Дурачье. Подожди, а вот этого здесь не было. О, ну, это не от меня здесь, в смысле. Оно тут было, значит, все. Так, открываем. Здорово. Похоже, у нашего парня было другое увеличение. Так, зажмите бросить, бац. Бля, немножко не попал. А, попал, нормально, скрипт сработал. Вчера я был обычным уборщиком, а теперь тащу мертвую девушку к моей машине. Но мне нужно заботиться о других людях. Да, нужно, по-другому никак.
Собственно, небольшой чердак. Тут у нас тоже улики, тут фотографии. Стоп! А, так это все. Я никогда не должен был ввязываться в это. Так, блядь, стоп. Похоже, Роб был настоящим извращенцем. А я сначала и не понял-то. Я думал, это все по ходу дела. Я только сейчас, когда немножко вник, типа, в сюжет, я думал, это все по ходу дела произошло. Ну, то есть... Ага, понятно теперь. Интересно, а Тайлер про это знает, как бы, или нет? Про то, что Роб вот этот вот ебанутый. Да, у нас моющего средства больше нет, к сожалению. Блин, ну ладно. На швабре там вот какие-то еще ньоки немножко остались, поэтому... Пофиг. Я думаю, нам хватит. Должно хватить, по крайней мере. Блять, скорее бы швабру уже прокачать. Вот это будет прям реально имба. Так, сполоснем, потому что так надо. Бац. Ага, и вот тут вот еще все. Готово. Бля, ну по сути, то, что мы узнали этот секрет Роба, в принципе... Блин, что оно нам дает? Оно нам говорит просто о том, что этот человек ебанутый. Но да. У меня уже в животе комок. Веревки и узлы. Научитесь, короче, вязать. Я так понимаю, все узлы. Да, блять. Весело. Так, почему психопаты так любят классическую музыку? Кстати, а давайте поставим, раз мы нашли вот классическую музыку, все. Найс. Так, я думаю, ведро нам нужно вот сюда сразу. Бац, поменяем воду просто на будущее. И у нас что-то еще есть, да? Вот это все я хочу потом собрать, наверное. Я хочу сначала избавиться от говна. Да, избавимся от всего, ну, это не говно. Если я смоюсь, полиция рано или поздно узнает, что здесь такое произошло. Это может привести их к Тайлеру. А Тайлер наверняка донесет на меня. Да, я полностью, блядь. Я полностью с тобой согласен, поэтому это нужно обязательно убрать как-то. Бля. Хуёво. Стоп. Ладно, нормально, пофиг. Так, опа, вот это наебалово, стопе. Вот этого вот я не заметил изначально в первый раз, поэтому надо убрать. Сейчас я хочу, чтобы глазик перезарядился еще раз, и все. И прямо на 100% я буду уверен, что мы тут никаких улик не оставили, а то, ну, будет неприятно. А, это у меня в голове музыка играет, окей. Ну, в смысле, не в голове, в моем этом планшете. Я подумал, я просто увидел вот эту штуку и подумал, что... Но я включаю, ничего не происходит, странно. Ну ладно, окей. Ведро. Давайте, как я и говорил, сначала мы уберемся полностью. Хотя ладно, пофиг. 300, 700, нихера тут сколько всего. Ну здесь же как бы нет такого, что можно... Хотя вот знаете, интересно было бы, если бы в самой первой миссии вот тут разрабы бы дали такой выбор, что ты мог просто не заметить эту хрень и уехать. По сути, здесь как бы в принципе так и есть, да? Ты можешь уехать. Я не знаю, насколько это на сюжет влияет или нет. Хотя нет. По-моему, если определенное количество чего-то сделать, то ты не можешь уехать все-таки. Какая дрянная удача оказаться в ситуации, когда приходится скрывать дела серийного убийцы и улики. Да, мы как бы не на это немножечко подписывались, немножечко на другое. Я так понимаю, эти картины просто нарисованы, наверное, либо ну, кетчупом, либо чем-то еще. Может быть, просто обычными красками. Но не просто так нас просят их от их избавиться. Тут, наверное, лучше губкой, да? Я так думаю. Блять, и вообще принести бы ведро сюда. Я... Насчет того, что я вот тут вот все нашел, не знаю. Это я хочу выключить. Давай вот это посмотрим. Это очень винтажно, как и я. Полароид, да? Ага. Бля, я бы хотел такое в жизни. Правда, он мне нахуй не нужен. Но я не знаю, просто смешно. Фанатею по таким штукам всяким смешным. Так, ага. Окей, пока что раз мусорное ведро. Значится.
Два мусорное ведро. И все, что ли? А, не-не-не, нихуя не все. Ну, надеюсь, вот это все. Да, вот это все влазит. Окей, то есть, по сути, нам одно вот мусорное ведро выкинуть. Вот это все прибрать. Ну, изи. Изи. А, это с другой стороны. Это только с другой стороны. Я просто подумал тут с обоих сторон, но это просто оно, ну, насквозь промокло. Испачкалось. Ну, ладно. Я подумал просто, что там с другой стороны тоже еще надо протереть. Тут вообще... Мне кажется, так легко оно бы не оттерлось, наверное. Просто губкой. Тут надо было бы вот эту всю фигню убирать куда-то. Ну, вообще, выкидывать, нахуй, сжечь. Лучше всего. Вообще, да, по сути. То есть, при желании, как бы... Мне кажется, сейчас... В нашей... Там еще, кстати, одна улика. Ну, я ничего не упущу, я все найду, если что. Мне кажется, в наше время тут даже вот учитывая, что тут и протерли все на свете, если они там захотят, тут какую-то частицу, блядь, 100% найдут. Мне кажется, ну, я не знаю, я просто иногда слышал про всякие преступления в реальной жизни, и как их раскрывали, там вообще полный пиздец. Ну, типа, не знаю. Просто микроб какой-то, блядь, остался где-то, где ты был, и все. И уже нашли. И как бы ты уже ничего не сделаешь. Поэтому замести следы полностью, мне кажется, в наше время, блядь, нельзя. Но похуй. Тут же все-таки... Черт, она была всего лишь студенткой. Университет Симмонс. Табита Кунц. А тут нет других штук? Подожди, вот там же валялась другая тетка еще одна. Опа, стоп. Бля, надо еще одно мусорное ведро. Окей, будет два мусорных ведра. Ничего страшного. Так, зажмите, соберите. Блять. Ладно. Ну, оно так, наверное, всегда происходит, да? Я думаю. И теперь берем вот эту штуку. И, в принципе, вроде как избавитесь... Ага, это все мы избавимся. Это все мы сейчас сделаем. Так, стоп, где? Вот тут вот. Мне кажется, наверное, здесь я ничего больше не упустил, да? Я думаю, да. Вот это не поднимается, не подбирается, окей. Я думаю, что это прям... Ну, идеально должно быть. Правильно? Так, вот смотри. Смотри, вот так. Теперь смотри, вот так вот. Бац. И теперь смотри, вот так вот. Все. Покиньте место преступления, когда будете готовы. Тот парень, что убил тебя, да, он будет в мешке для трупов прямо рядом с тобой. Извини. Ну такой себе. Нет, это не все, стоп. Тут же, тут еще есть вот такая штука, я совсем забыл. Блин. Вот, кстати, что интересно. Это такой секрет, который вроде как не отмечается. То есть, тут просто дигню можем найти. Деньги, деньги, деньги. И какую-то вот такую штуку. Короче... Там говорится, типа... Все, я ждал просто, пока оно по циклу пойдет, чтобы, ну, он закончил мысль, и я все для вас перевел. Там говорится, типа, ты хочешь выиграть в нашу лотерею $1000, потом что-то я не расслышал там, то ли позвонить на какой-то номер, то ли набрать что-то. Типа, как знаете, вот это клацни, 1-1-2, и все, и, блядь, с тебя спишется $1 миллиард. Вот такая вот чепуха, и типа, ты выиграешь, у нас побеждают все, выиграть очень легко, и вот дальше вот это вот все. Так, а тут что? Тут нельзя? Угу, тут невидимая стена. Мне кажется, что я все нашел. Наверное. Все, погнали. Погнали. Ну, секреты, по крайней мере, мне кажется, точно все. Три тела в моей машине. Это все еще я за рулем? Блять, вот как жизнь меняется за одну секунду. За один звонок. Ну а что ты хотел? Итак, теперь посмотрим. Обман. 0%. А, не, обман 100%.
А не, обман 75%. Так, доказательства, естественно, мы все нашли. Тела, естественно, все. Ну, 47 минут, потому что я бубнил много. Так-то это можно было гораздо быстрее сделать, естественно. Но декор 11к. Окончательный доход. Миссия выполнена. А, 5000 нам за миссию заплатили. Посмотреть полный список. Угу. Капец мы. Вот видишь, блядь, сколько всего нашли. А нам же вроде бы и очков навыков больше дается, да? Если мы типа все секреты находим. Да, да, да. В общем, тут вот видите, написано секреты. Стул, отвали. Вот, видите, написано секреты. И вот эти вот вопросики, они горят красным, если какой-то секрет не нашли. Поэтому в следующих видосах я буду, если вдруг у меня вот так вот красное что-то будет, или может быть я что-то упустил еще смешное, может быть там не отмечено как секреты, ну да, пишите обязательно в комментах, и я буду возвращаться, возможно, на локации, чисто хотя бы вот ради этого секрета. Полностью перепроходить, конечно, не буду, но... ради какой-то такой штуки. Но если красный вопросик, то буду перепроходить. Фото с Полом. Вот это друг, соответственно, чей сын это Тайлер, за кем мы сейчас и прибирались. То есть вот такие пироги. Что, трынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Дерево навыков. А, точно, блядь, дерево навыков же. 7 очков навыков. Мне кажется, может быть... Не, лучше, наверное, сейчас в конце это все сделать. Так, увеличенная... Увеличенная прочность. Угу. Швабры загрязняются на 25%. Медленнее, мойка, инструменты. О, мешок для мусора больше вмещает. Дополнительный фонарь. Переносной фонарик. Дополнительная ультрафиолетовая лампа, окей. Увеличенная вместимость ведра. Моющее средство стойкость. Замедляет скорость загрязнения инструментов на 30%. Кстати, вот это имба. Мощное моющее средство. Моющее средство, которое увеличивает площадь мойки на 30%. Бля, я бы хотел вот такое. Ё-моё. Бля, тут на самом деле так много всего интересного. Так, короче, давайте для начала мы пройдемся по сюжету. Декстер, что ты делаешь? Не спишь? Пёсель у нас. Да. Умница, молодец. Так. Тут какая-то штука. Уважаемый господин Ковальский, надеюсь, это сообщение застанет вас в добром здравии. Я пишу, чтобы предоставить информацию о состоянии здоровья вашей дочери Елены после ее недавних медицинских обследований. Елена прошла комплексное обследование, и результаты показывают, что ее состояние требует немедленного и постоянного медицинского внимания. Для облегчения ее выздоровления крайне важно, чтобы она пришла для... Блять, меня напрягает вот это вот просто, я сбиваюсь постоянно, то, что там что-то недописано. Чтобы она прошла длительное лечение в специализированном учреждении. Это Все, заткнись. Эта программа будет как долгосрочной, так и интенсивной, что гарантирует, что она получит наилучший уход. Однако я должен сообщить вам, что это лечение будет дорогостоящим из-за... however, will be costly due to the advanced... Короче, из-за суперкрутых медицинских процедур, каких-то типа современных advanced, улучшенных, как это сказать, короче, особых, не знаю, какие еще слова подобрать, and the prolonged, вот это хуй его знает, что такое, stay required in the healthcare facility, prolonged, stay required, блять, типа, что она должна оставаться, наверное, возможно, да, в... клинике, в которой она будет лечиться. Короче, всего наилучшего. Доктор Хуго Стивенс, дилетант. А, дилегент. Все, заткнись. Так, дилетант. Хорошо, дилетант. Мы с тобой потом как-нибудь разберемся. Но в этом и заключается наш сюжет, что да. Как бы наш герой не просто потому, что... О, прикол, типа. Да, бля, иду я. Давай. Алло. Господин Ковальский, извините за беспокойство, но у меня есть хорошие и плохие новости. Так. Сначала плохие новости. Босс Роба, Биг Джим, узнал, что мы сделали. И он самый страшный человек, которого я знаю. Но вот хорошие новости. Он совсем не зол. Фактически, он так доволен произошедшим, что, вероятно, наймет тебя. Так что... Точка, точка, точка. So,
Ну, удачи. Ну, тебе тоже. А это что? Семейное фото. Это безумие. Тайлер, во что ты меня втянул? Блять. Да, да, вот так вот бывает. Вот это, наверное, Елена, вот это... Жена? А что с женой его случилось-то? Жена нормально все, живая, здоровая? У дочки сидит, типа? Или где? Так, у нас что тут еще? Есть Dead's Cave. Ага, короче. Папина пещера. Угу. О, блять. Щиток из Фазмы. Прикинь, нихуя себе. А может быть, Фазме щиток из Crime Scene Cleaner? Кто его знает? Ну, собственно, да, у нас тут кудахтер. Спасибо, что выручили. Во, реновация могилы. Господин Ковальский, я знаю, что прошло всего 5 лет с тех пор, как ушла ваша жена. Но ужасная погода в сочетании с высоким уровнем загрязнения воздуха в нашем регионе ускоряет разрушение надгробий. Я могу предложить вам скидку 20% на реставрацию могилы вашей жены. Так что это обойдется вам всего в $320. Поверьте, это выгодное предложение. Спасибо, что выручили. Вы действительно дар от бога для всех таких дураков, как я. Я неплохой человек, уж точно нерожденный убийца. Но этот ублюдок заставил меня, застал меня врасплох. Это был он или я? В любом случае, надеюсь, вы нашли конверт и не обиделись, что мне пришлось быстро смыться. Это было слишком стрессово, чувак. Я не мог это вынести. Спасибо. А, то есть он его зачем-то застал врасплох? Зачем? Блять, стоп, он же там валялся. Может, он нашел его вот этот вот секретик? Ну что, он ёбнутый, этот роб, да? Может, Тайлер пришел и такой и увидел этих вот женщин? Из-за этого роб? Блин. Ну ладно, окей, может быть, потом это все станет известно. А может, я просто тупой дурак. Так. Это детская у нас, нихера себе. Ага, что тут у нас? Динозаврик какой-то есть? Бля, прикольно. Тут рисунки. Мне просто интересно, мало ли здесь какая-то смешная штука будет. Мама, папа, я, дружная семья. О, пингвины из-за учудец, жирафы из-за учудец. Так, окей. Бля, почему звездочки похожи на крест, на кресты? Как будто кладбище какое-то. О, блять, космонавты. Что-то как-то так непривычно, подожди. У них типа планировался еще ребенок или что? Просто... Она же девочка вроде, да? Ну, я понимаю, конечно, что это что просто там стереотип. Но... Может, в этом какой-то скрытый смысл есть? Потому что, ну, тут вроде как должны быть какие-то куклы, там, хуюклы, дурюклы. А тут типа космонавты, блядь, динозавры. Ой, сори, брат. Так, ладно. Тут у нас что? Тут у нас ничего? Тут у нас... Ага, понятно. Тут у нас ничего. Интересно просто все посмотреть сразу вот так. Таблетки. Угу. Ну и, собственно, здесь вот мы обитаем, наша пещера. Фото жены. Хелен. Хелен и Елена. Угу, понятно. Ладно, так. Давайте все-таки древо навыков мы посмотрим. Мне кажется, мне нужна швабра и моющее средство. Удалять сложные пятна, скорость уборки, увеличена скорость использования швабры и губок. Вот давай, короче, вот это загрязняется. Бля, или вы можете носить дополнительную швабру. Вот на дополнительную швабру, если честно, мне как-то похую абсолютно. Может, она того стоит. Не, не надо мне дополнительная швабра. Это что? Давай, короче, вот так. Может быть, даже вот так. Если я переключу. Все, да, окей, ладно. У нас все это вкачалось. Все характеристики увеличены. Но. Так, насадка. Блять, увеличивает емкость бака. Увеличивает, что это? Увеличивает радиус очистки. Может, радиус очистки? Так, подожди, 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 подожди. Инструменты. Инструменты, инструменты, инструменты. Неограниченная батарея. Угу.
О, кстати, нифига себе сокращает штуки-дуки. Складная лестница, озонат, расслабляет близлежащие пятна со временем, делая их легче очищаемыми. Ого. Партнер по разрушению. Осторожные шаги после наступления... наступания вы оставляете меньше... Короче, я бы вот это на самом деле купил, вообще прикольная штука. Я бы вот это прокачал, тоже прикольно. Увеличивает продолжительность датчика частоты. Я бы вот скорость восстановления и вот это сделал. И, блядь, все, и минус 3. Но датчик частоты также выделяет ценные предметы. Опа. Вот это, кстати, пригодилось бы. Но давайте это мы потом вкачаем. А вот сейчас... Блядь, офигеть тут сколько всего так-то. Сейчас, наверное, либо вот это, либо вот это. Подожди. Моющее средство, которое увеличивает площадь мойки, замедляет скорость загрязнения инструментов на 30%. Вот, вот это я бы хотел. Увеличивает площадь мойки, это тоже, конечно, имба. Бля, или все-таки площадь мойки. О, похуй, давай площадь мойки, потом вот это все вкачаем. Все, в принципе. Короче, да, я думаю, что спать. Угу. Да. Опа, а это уже, наверное, в следующую серию у нас пойдет, да? Что если этот ублюдок узнает? Не переживайте, ребята, он слишком глуп, чтобы что-то заподозрить. Любящая семья, только не струсите в последний момент, господа. Я имею в виду... Да, просто запихните ему в глотку. У нас все схвачено, ребята. Большой Джим, скорее большая тряпка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Там не совсем тряпка, конечно. Смерть предателям было написано. Да, блядь. Вот и закончилась тусовка. Алло, кто трезвонит? Алло. А, найдите ваш телефон, это окей. Ну, в общем, да, все, в следующей серии. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.